Почему нельзя смотреть на Луну? В мире много странностей и непонятных вещей, которые мы не можем понять или объяснить. Даже сейчас, в эру технического прогресса, остается куча вопросов без ответов. Приходится обращаться к эзотерикам, чтобы получить ответы на вопросы такого типа, как «почему нельзя смотреть на Луну?», «почему нельзя смотреть в глаза?» или «почему нельзя фотографировать спящих?». Некоторые говорят, что нельзя долго смотреть на Луну, но никак это не обосновывают. Оказывается, такой запрет пришел нам из далекого прошлого, когда наши предки не слыхали о науке и знать не знали, что такое Земля и что у нее есть такой спутник, как Луна. Тогда верили в эту силу природы и думали, что Луна сильно может влиять на человека, в особенности на его разум. На самом деле Луна действительно влияет на жителей Земли в основном из-за расстояния, на котором находится от планеты Земля. Ведь у Луны тоже есть сила притяжения, и чем ближе Луна к Земле, тем больше вероятность катаклизмов на Земле, цунами, землетрясения, извержения вулканов и прочее. Именно поэтому наши предки так боялись смотреть на Луну. Сейчас поговаривают, что если долго смотреть на Луну, то можно сойти с ума. Много кто это проверял, но эффекта ноль. Поэтому все это враки и пережитки прошлого. Среди людей ходит также легенда о том, что если поставить на ночь новое лезвие так, чтобы его освещал свет от Луны, то на утро она покроется ржавчиной. Что же говорить о мозге человека? Но и тут практики утверждают, что это неверно. Ставили они и лезвия, и другие изделия под самые яркие лучи от Луны. И никакой ржавчины на утро не обнаруживалось. Так что, дорогие подписчики, давайте рассуждать здраво и не верить во всякие глупости. Смотрите в зеркало, смотрите на Луну и Солнце. Будьте счастливы и здоровы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!